Я хочу подчеркнуть один момент, что самым красивым праздником Хейдалес был праздник 2018 года, когда вы, как президент Молдовы, приехали и почти на своим вниманием, своей поддержкой программы. И этот ролик набрал больше 250 тысяч просмотров. А знаете, на каком портале? На портале Дома культуры. Не на официальном портале, а да, на портале Дома культуры набрал 250 тысяч просмотров. Я хочу сказать от имени всех жителей нашего города, от моей семьи, от моей мамы. Отец ушел, Царство Небесное, но он всегда вас поддерживает. И мы всей семьей, всем нашим городом, всем нашим трудовым коллективом выражаем вам настоящую поддержку человеческую. Вы знаете, наша рука, может быть, она маленькая, но очень крепкая. Дай Бог вам здоровья. И всегда, когда вы приезжаете в Гагаузию, помните, вы приезжаете домой.